раз мы встретились здесь, в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, то поговорим о медицине, об импортозамещении в медицине, имея в виду и фармацевтику, и, собственно, медицинскую промышленность. Тема, она и экономическая, и социальная, конечно, касается абсолютного большинства людей, касается здоровья. Мы сейчас прогуливались, смотрели, как выглядит линейка и медицинского оборудования, техники медицинской, так называемой тяжелой техники, и расходных материалов. Мы должны развивать собственное производство, поддерживать локализацию выпуска иностранных лекарств в нашей стране. И в обоих секторах, в производстве лекарств и в выпуске медицинских изделий, действуют планы мероприятий по импортозамещению. Российские фармпроизводители в общей сложности получили кредиты на сумму около 3 миллиардов рублей, производители медицинских изделий, медицинского оборудования около 2 миллиардов рублей.